Уже второй год подряд Первый Балтийский канал приглашает в кино своих телезрителей, в числе которых ребята из многодетных и малообеспеченных семей. При поддержке партнеров проекта «Старман», «Бестфильм» и благотворительного фонда «Тепло сердец» был организован необычный киносеанс в кинотеатре «Форум Синемас». Фильм был подобран не случайно. «Без границ», так называется эта картина, доброе и красивое кино о любви, которое бывает, как перечисляют создатели фильма, страстной, наивной, нелепой, трогательной, грустной, счастливой и безрассудной. Но главное, не имеющий границ – территориальных, национальных, возрастных – никаких. Мне бы хотелось поблагодарить, во-первых, Первый Балтийский канал и также руководство кино, что они уже не первый раз предоставляют такую возможность детям из малообеспеченных и многодетных семей посетить кино совершенно бесплатно. Да, для детей всегда поход в кино – это праздник, и я очень рада, что у них появилась такая возможность. Впрочем, кроме ребят, зал заполнили и самые активные телезрители. Первый Балтийский канал пригласил в кино и вручил в подарок по 2 билета тем зрителям, которые внимательно смотрели шоу на ПБК «Поле чудес» вместе с дельфинами и точь-в-точь. Среди всех участников конкурса, ответивших на вопросы, которые неожиданно появлялись на экране во время передач, были разыграны 100 билетов в кино. Пусть говорят. А почему нравится? Ну, потому что рассуждают на различные темы, показывают какие-либо проблемы, смотрят, что как оно происходит на самом деле, а не как, могут приукрашивать. То есть, интересно, мой взгляд. Отлично. Ну, мне тоже нравится шоу «Пусть говорят», потому что видно мнение людей. Мне также нравится то, что там присутствуют известные люди, и можно видеть их не только с той стороны, какими они присутствуют по телевидению, а также понять, каково их мнение насчет проблем. Мне нравится про дельфинов, я видел пару передач. «Поле чудес». Там есть дядя Леня, очень любимый герой моего сына Максима. Обязательно «Поле чудес». Хорошей новостью стало и то, что Первый Балтийский канал и партнеры благотворительного проекта рассчитывают, что подобные семейные просмотры станут хорошей традицией. Так что телезрителям можно посоветовать смотреть наш канал, следить за новинками эфира и заходить на страничку ПБК в Фейсбуке. Тогда и у них появится шанс участвовать в новых проектах Первого Балтийского канала. Впрочем, уже сейчас все желающие могут принять участие и представить кандидатуры на звание «Лучший папа года». Нужно лишь написать, почему именно ваш кандидат достоин звания «Лучшего отца» и прислать ваш рассказ, а также координаты по адресу papa@1tv.ee или позвонить на горячую линию новостей Эстонии по номеру 600-99-40 до 1 ноября включительно. Екатерина Плехова, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.